блуд и законный брак, зарегистрированный в органах государственной власти, не тождественны друг другу. Если люди живут достаточное время в законном браке, сохраняют верность друг другу, имеют детей, общее жительство, государственную регистрацию, то есть с точки зрения общества они семья, они муж и жена, но при этом не состоят в венчанном браке, сегодня это не может. Сегодня это не может являться препятствием к разрешению причащаться.